Представьтесь, пожалуйста. Там команда «Антиликом», Сергей Козлов. Как сегодня сыграли? Сегодня успешно сыграли, выиграли. Следующий этап плей-офф вышел. Будем бороться дальше. Какой самый сложный момент сегодня был? Трудно сказать. Или вся игра была в легкую? Да, игра была легкая, но боролись со своим внутренним я, как сказать. Пытались себя заставить побольше поработать, потому что надо настраиваться все равно на другие игры плей-офф. И как бы все другие соперники наверняка будут труднее нам по зубам. Поэтому, исходя из того, где мы играли до этого, в чемпионате ПК, там все команды, в принципе, сильные были. Все равные, нельзя было кого-то выделить сильнее, что он прям явный фаворит был. Ровненькие все команды, поэтому я думаю, что другие игры будут более сложные. То есть для вас главный соперник — это вы сами? Сегодня, да, но не всегда.